Выборы в областной парламент и городскую думу Димитровграда не за горами. В Ульяновской области прошло предварительное голосование «Единой России». На пресс-конференции представители партии поделились новостями. Избиратели голосовали через электронную платформу. И несмотря на некоторые технические моменты, все прошло в штатном режиме. Если бы на эту платформу заходило 1-2 пользователя, то, наверное, бы и перегрузок не было. То есть даже я бы сказал так, что перегрузка работы системы в определенное время сама по себе констатирует тот факт, что определенная, скажем так, такая заинтересованность, достаточно высокая заинтересованность жителей Ульяновской области, да и жителей вообще всей страны нашей, в проведении предварительного голосования, он достаточно высокий. На каждый мандат в законодательное собрание претендовало более 14 кандидатов. На место в гордуму Димитровграда более 7. Жители Димитровграда проявили активную гражданскую позицию. 6477 человек проголосовали за кандидатов. Результаты опубликованы на сайте в открытом доступе. Что касается задач, которые мы ставили уже на фазе предварительного голосования, это обновление партии, перезагрузка своего рода, формирование определенного уже командного состава, она, в принципе, можно сказать, что достигнута. В целом, в Ульяновской области более 97 тысяч избирателей приняло участие в праймерис. 492 человека заявилось на выборы в парламент, 121 в гордуму Димитровграда. Уже известны имена лидеров. Большинство из них – это действующие депутаты Ульяновской городской думы и законодательного собрания. Виктория Черкова, Герман Баранов. Улправда ТВ.